Затру дверь перед самым носом. А я позвоню, ты откроешь? Не открою. Откроешь. Галина Петровна сказала, что у тебя очень хорошие папа и мама. А в школу они ни разу не являлись. Им некогда. Ну вот я и хочу на них посмотреть. Мне бы тоже хотелось. Только никак не удается. Ты всем на свете недоволен. Вы еще с ним познакомитесь поближе. Посмотрим, справитесь ли. Ой, как страшно. И, конечно, во главе всегда и во всем Митя Красик. Или есть личности пострашнее, потому что тебя я не боюсь. Я что? Про меня все известно. А про иных и не подумают, такое могут выкинуть. Зачем? Загадки детской психологии. А. Мальчишки сейчас носят длинные волосы. А ты короткие почему? Вот когда они подстригутся, я отпущу до плеч. Между прочим, я в магазин иду. О, мне тоже надо. Ой. Может, сюда зайдем? Если хочешь. Ладно. Вон гастроном на той стороне. Да не туда смотрите. Неделю не выгребал? Да у нас каждый день так.